Всем привет! Сегодня мы поиграем в Ultra Custom Night. Я это раньше снимал. Сейчас пойдем еще раз. Ебать, все изменилось. Короче, как вы знаете, нас тут вот такой вот пиздос. Вот прям это еще не конец. Чё, блядь? Что это нахер было? Не будем больше так делать. Ну нахер! Ну идёт. Заебись, идёт. Ну, блядь, нет. Короче. Сегодня пробуем заново проходить что-то. Кого-то что-то попробуем. Now online? Чего? Так, стоп. По порядку. Челленджи. А, мне даже сохранилось то, что я проходил. Ля. На канале есть, кстати, это. Даже в Нафтре когда-то проходил. Еба. Так, сейв челлендж. Лот челлендж. Офис. Вот нахера я... А тут даже подписано, кто из какой части. Так, блядь, нет, идите нахуй. Офисы? Ебать, я себе громко пиздец. Разные офисы. 5К, 8К. Максимальный кой? Тут даже подписано, какой из какой игры. Какой-нибудь из какой игры имею. Максимальный за счет это 30к. Ну, да, в принципе. Так, о, потом есть шоп. Это я помню. У нас куча бабла. Это скины можно купить. Что это, но я хочу. Так, все сваливается нахер. Так, Music Select. Даже Music есть. С доса. Выживательные наборы. А, это типа читов, понятно. Понял. Лидерборд, Trophy Room, Game Info. Короче. Попробуем сейчас что-то попроходить, к примеру, дать FNAF 2. О май гад. Ебать. Хорошо, поехали. Фонгай, когда он звонит, быстро. Так, стоп, я музло вырублю, потому что я боюсь, что меня не будет слышно. Мне это нахер не надо. Я лучше на монтаже что-то поставлю потом. Ну, чё ты мне пиздишь? Ладно, похер, будет как изначально. Короче. А я... Так, Фонгай, когда он звонит, быстро включи его, иначе он будет пиздеть. Понятно. Вентилятор будет иногда включаться, тоже понятно. Живой пацан, в начале ночи тут у тебя будет несколько часов, чтобы получить скример. Иначе он даст тебе вторую жизнь, иначе ты нахуй сдохнешь. Окей, то и Фредди, когда он в... Это знаем.
Бонни работает. Это да, это он работает как этот, как с Уканем. Ебать. До... Enter. Enter нажимай, короче. Под Хермаск, это понятно. Это Вента, окей, понятно. Закрой, это тоже понятно. Пупет. Пупет, блядь. Это понятно. Put on your mask when he appears in your office. То же самое. Это понятно. Фоксик, но появится вообще рандомно. Свети на него вот так вот. Свети, выключай. Понял, золотой Фредди появится, понятно. Shadow Фредди. Перечи камеру, начни пиздулся. Сесас. Он... А, это он работает тоже, точно. Короче, просто гасит офис. Джичи, Шивил, Лахина, да. Окей, поднимай монитор, чтобы не понять ситуацию. Это 02, он двигается в дакте. Использую жару. Пайпер Палс, знак вопросика, спасибо. Окей. Это не того, не включено. Биби. Он... Ну, да, Биби, короче. Я, блин. У меня в голове почему-то бойфренд. Не был мой бойфренд из ФНФ. Хорошо, он будет тихонько... Левая дверь, короче. Нажми на Exotic Pattern, серьезно. В той бони фигуре дуо, они будут... Идти через правую дверь. Опять Exotic Butters. Той Фокси. Put on your mask. Окей. Он будет светить фонарем. Глаз. Хаза, что делать? В начале ночи он будет что-то там того. Спаун. One more to your night, ты издеваешься? Отлично, будет просто свадьба нерандомного аниматроника. Учитывая то, что их тут дохера, то да, в принципе, можно пройти, конечно же. Кейпер. Давай, короче, жертву. Майк, он появится in the... Всё. Окей, так, тыковки помню, надо включать АС. Тут еще есть. Наверняка может еще спрятаться, я помню, у меня такое было. Ага. Так, это я помню. Вот. Плюшевая панда. Фредди, нажми на нос. Левая дверь, правая дверь, поменяй систему. Используй аудиолюр. Закрой венту. Switch modes. Баллон будет флешлайт на фроуд руф. Инсперки. У меня уже язык начинает ломаться. Че, я двигаюсь? Прикольно сделать, они как-то двигаются, во всем прочем, по-моему. Может быть, а может, мне кажется. Может, меня плющит уже. Главное не перелистать. Балди! Все, все, все. Не, туда мне не надо. Ну что, поехали? Я ни хера не помню, но мы сейчас попробуем пройти. Так, сразу на пятерочку ставим марионетку. Я даже не помню, как выглядит офис. Ёпта. Такс. Так, мне нужно убить Фокси. Exotic Butters. Оксиген! Мы не против сегодня это. Да, это чисто по приколу. Я знаю, что это невозможно, но... Да попробуем.
Меня уже убили, по-моему. Марионетка, кстати. Ох ты ж ё. Нет, спасибо. Ай. Что мы будем делать? Как мы можем поступить? Мы можем попробовать, к примеру, Берс Атак 1. Пойдем вот так. Фредди. Понятно. Кстати, он из Squid Games, он не из FNAF 1. Что мы делаем? Берс закроет. А, ну так. Короче, он работает как из Укане. Ты Фредди. Это да, знаем. Из-за Фредди понятно. Клоун Фредди тоже понятно. Это тоже понятно. Найтмар Фредбер. Левая дверь, да. Фреддики будут аккумуляторы. Твой офис, что, блин? А это да, это понятно. Какой пиздец. Ну тут есть еще медведи полюбасиком. Фантайм Фредди! Гетхим. Это да, это знаем. Ген, ДПС в твоем офисе. Ну, понятно, монитор. Хелпи. Это да. Это понятно. Ростер Фредди. Иногда актив. Да, бабло гони ему, да, помним. Лефти. Пятерочку, короче, надо юзать всегда. Фантом Фредди. Переделанный Фантом Фредди. Да, это знаем. Найтмар тоже знаем. У КН Yellow Bear. Короче, везде монитор просто херачим и все, в принципе. По идее, должно все быть хорошо. Дарк Фредди. Чё-то переключай, короче. Парти Фредди. Он заставит тебя умирать от таких аниматроников, как фантомы. То есть, к примеру, есть мусорная банда, да, вот она была в оригинале. Она просто прыгает на тебя и все. А он заставит ее тебя убить. Дредбер будет идти через правый коридор. Пиздолся. Фростбер. Мне кажется, мы Берс Атак 1 не пройдем. Когда слишком холодно появляется. Понятно. Нажми на нос. Понятно. Не понимаю, что с ним делать. Мы на английский настолько хорош. Амонгус? Импостер? Вы чё, блин, серьезно? Чё еще? Нет. Всё. Так, мы в дерьме, поехали. Левая, правая дверь, той Фредди, Лефти. Вот, это единственное, по поводу чего мне, наверное, надо сказать. Привет. Да. Что нахер всё? Thank you for depositing 5 coins. На какую кнопку светить? Блин, я даже управление не знаю. На Z. Well. Тихо, тихо, тихо. Кто-то просто хреначится в дверь. Ты, блядь, кто? Унитаз ко мне пришел! Ты мне домогается унитаз. Кто же ли, блин? Так, на контрол быстро мат. Э, процентов нет. Лефти. Мангу повесилась.
штангу повесилась. Убил Трэдбер, да? Слушайте, я не хотел так продержаться, на самом деле. Давайте попробуем еще раз. И весь монитор в какой-то говне, блин. Хелло, привет, да. Нет. Ой, блин, Флор 2 еще есть. Флор 3, Флор 4. Туда же это завезли! Интернет. А чё у меня двери? Тихо, не затирай, главное. Называется рандом. Ну, грубо говоря, тут только диди стоит, кстати. Нет, медведи атакуют что? Вообще о чем? Какие медведи атакуют? Я, блин, не могу пройти вообще ничего. Хорошо, давайте, знаете как? Я ж прошел FNAF 1 и FNAF 3, правильно? Давайте я попробую, может, пройти его еще раз. Не, ну нахер я не хочу. Окей. Тогда пойдем набивать максимальный скор, который возможен. Left door. Control shock. Настосим. Это бан просто, ребят, ну типа, камон! Не знаю, убивает, не убивает. О, это я знаю, мужика. Это тоже меня убить не может. Это тоже. Можно. Надо сейчас будет очень долго. А я могу брать сложно, да? То есть, что это будет? К примеру, не знаю, там, на... Не на Фредди, на Фредди. На марионетке. Я убавил сложность. Во-первых, что дает мне эта сложность? Exotic butters. Exotic butters. Спасибо. Так.
touch me bird. Me bird likes you. So I'll do ye a favor. Jar, me bird. Понятно, сложность ни на что не влияет. Окей. Погнали, просто чекнем, что вообще тут есть. С этого как бы серию начинать и надо было. И закончим. Так, дверь раз, дверь два, еще дверь три, дверь четыре. Это понятно. Вот эта штука в скользкий пол есть. Шокер есть. Яр, who touched me bird? Я touch your girl, Сантуф. Не знаю, зачем просто. Аудиодевайс. Так. Это все мы знаем. Бабло купить. Бабло купить можно. Это все покупается тоже, в принципе, легко. Фаты и Фокси, знаем. Правый, левый, тут лев. Окей. Второй этаж. Это типа мини-карты, так понимаю, FNAF 2. Тут мюзик-бокс еще одна, понимаю. Пати-рум 1, 2 и вот как бы... Окей, что с этим делать, вообще непонятно. Аркадная. Это типа мини-FNAF 3. Вот, и они спускаются ко мне. Это типа FNAF 5, внимание. На. Понятно, то есть ко мне могут лезть как через вен, так и просто нахрен вот так вот. Замечательно, меня радует эта игра все больше. Basement. Кстати. Это, ко всему прочему, походу, еще и на телефон. Пошел от телефонов, сделан специально. Exotic butters. Exotic butters. Для телефонов сделан. Хорошо. Это какая-то очень приятная херь, нахер. Это... Супер-сыновья, да? Что-то... Что ты нахер такое? Как бить? Есть до никого. А, вот. Shift jump. Действительно. А тут, короче, надо тупо Хорошо, что от меня как вот это делает? А, это карту раскрываю. Окей. Вент. Тут все, как вы знали. Убей меня. Да, ну не убивай. Хорошо, таксиста. Что это такое? Это типа мини-FNAF 4. А вот так вот. Да, light system. Наваждение света. Что это такое? 4. Клик он task to start. Старт. Тебе, наверное, что-то пропал. И вот он FNAF VR. Как выйти было на меня, надо или нет? Это я сейчас выйду из игры вообще, правильно? Нет, не вообще из игры. Окей, давайте на этом все. Ничего не прошли, вернулись. Посмотрели, охерели от того, что все обновилось. В следующей серии мы, возможно, пройдем FNAF 2 или FNAF 4. Потому что тут вроде аниматроников поменьше. Но не факт, что будет попроще, но, возможно, поменьше. Потом... Нет, боже упаси от этого дерьма. А насчет Sister Location, может быть, тоже. Пиццерия симулятор вряд ли. Вообще просто ад, да? Special Delivery тоже не лучше. В принципе, нормально.
Old Friend. Кстати, Old Friend, это в оригинале, если вы помните, это пиздец. Тут не зовут он своих клубов, вроде бы. Давай ускоряйся, бля. Чё так долго-то? А, ну вот, собственно, Spring Locket. Я думаю, можно пройти попробовать пройти потом Spring Locket. Но не знает и XOR. Ну, XOR, хз. XOR, кстати, как повезет. А, Гоза, дай симку XOR, окей. Давайте чекнем. Стоп, а она не всех призывает случайно, когда на единичку? А не всех ли она призывает, когда на единичку? Спасибо, о великая. Да, понятно. Один понятен, кстати. Вот это даун, его надо помнить. Понятно. Я тут думал, она одного высылает. Ладно, давай, лайкус. А ну, она мне добавила кого, получается? Его, его. А убил меня... Кто, интересный, почему? Вот. Был. Короче, лайкос, подписка. Давай, пока.